сіздермен бірге Қазақ квест. Біз Қызылорда облысы Қармақшы ауданына Қорқыт Ата музейіне келдік. Ассаламу алейкум, аға. Здравствуйте. Енді көп айтқанда да айтқанда жалпы Қорқыт-атаның жатқан жері, өмір сүрген жерлері осы Сырдария өзенінің бойы деп айтуымызға болады. Әрі қарай көріп, жоғары жаққа тамашалап, музейге кіріп, өздеріңіз көре беріңіздер. Ну, занимает 8 гектаров. С высоты птичьи полета, если наблюдать, лежащий на поверхности ковра колбазный инструмент. Легенда сама по себе гласит о том, что еще в далекие времена, когда он жил на земле, он убегал от смерти, ему привлекали верную смерть еще молодости. Ему говорили, что он молодым уйдет. И поэтому он, у него была верблюдица, жильмая. Он, сев на свою верблюдицу, объездил все четыре стороны света. То есть он убегал от смерти. Везде люди копали что-то. И он подходил к ним. Что вы делаете? Они говорят, мы копаем могилу Қорқыта. И он убегал оттуда. И вот, наконец-то, он обратно-таки возвернулся на свою родину, можно сказать, где он родился, да, на берега реки. И здесь он заснул. И во сне ему приснилось то, что он должен сделать был этот инструмент. И он сделал этот инструмент, понимаете, проснулся, вырубил дерево, из цельного дерева сделал корпус, и дальше зарезал своего жильмая верблюдицу. Вот когда он играл музыку, оказывается, вся природа замирала. Звери, птицы, они заслушивались эти мелодии. Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы находимся в Кызылординской области возле памятника великого музыканта, философа, создателя инструмента кобыз Қорқыт Ата. Қорқыт Ата был не только музыкант, Қорқыт Ата был философ. Мудрость его гласит: человеческая жизнь не вечна, но вечна музыка. Мудрость можно истолковать таким образом, что человеческая жизнь рано или поздно закончится, но деяния его останутся на века. Дорогие друзья, смотрите наше шоу. Мы едем дальше. Мы едем в Аральск. Аральское море. Сегодня с названием этого озера связана экологическая катастрофа. Но каким оно было еще 60 лет назад? Дорогие друзья, мы доехали все-таки до Аральска. Мы ехали долго, на улице было очень жарко. Сейчас мы стоим на главной площади города. Мы хотим, друзья, вам показать все-таки море. Сегодня мы доберемся до моря. Давайте обещаем друг другу, хорошо, что мы сегодня доберемся до моря, да? Да. Хорошо. В конце программы мы вам покажем море. Но сейчас мы вам покажем последствия этой катастрофы. Здесь недалеко от города есть порт, бывший порт, где мы увидим корабли и все остальное. Как так? Как так? Аральское море расположено на границе Казахстана и Узбекистана. До начала обмеления Аральское море было четвертым по величине озером в мире. Здесь были порты, рыбные заводы. По Аралу плавали рыболовецкие флотилии. До 80-х годов 20 века здесь водилось 34 вида рыбы, 20 из которых имели промысловое значение. Здесь был порт. Все было в воде. Даже сейчас, находясь здесь, чувствуешь немножечко этот бриз. Ветер такой вот, как будто бы, если не думать, что здесь нет воды, будто бы здесь дальше будет море. Просто, друзья, представьте себе вот это все в воде. Надеемся, в ближайшее время ситуация станет лучше. Мы будем надеяться, мы вам покажем все, друзья. Следуйте за нами, пишите комментарии. И, может быть, когда-нибудь мы приедем сюда и будем купаться здесь. Здесь будет пляж и будет все хорошо, друзья. Мы идем дальше за рыбаками. С вами снова Казах Квест. Сейчас мы находимся на берегу Аральского моря. И сейчас мы встретили здесь
местного рыбака. Его зовут Алпамыс Ага, и он нам расскажет, что творится все-таки с Аральским морем на данный момент. Қазір жақсы, Арал теңізі шамалап әйтеуір көтеріліп, деңгейіне жоғары. Енді ана екінші сезон басталып дейді ол бүгітке, көк аралда. Соны бастап жіберсе тағы да көтерін күліп. Ол кезі Арал бұрынғы қалпына шамалап болса да келіп қалар еді. Қазір құдайға шүкір, балықшылар да жақсы, балығын аулап әйтеуір. Негізі Арал теңізі балыққа бай жер ғой. Это очень жаль для меня, что случилось здесь. During the 60s, the Soviet government just decided to make a new plan of irrigation into the desert, to bring rice and cotton to the desert. And actually, it works. Till the 85, it works, making, for example, Uzbekistan to be the first exporter of cotton in the world. But the point is that the way to get this water to the irrigation of the desert just came from the one of the rivers that bring the water to the Aral Sea. There is two rivers, Amur Darya and Sir Darya. So the point is that the Amur Darya, they took almost all the water from the Amur Darya and more and just diverged it to the fields in Uzbekistan and South Kazakhstan to irrigate the fields. So at the end, step by step, the water stopped to flow to the Aral Sea, and year by year the sea started to dry. Enjoy the view, and I hope that this story helps us to don't repeat again in any other country like it happened here. Дорогие друзья, с вами был Казахквест. Сейчас мы находимся в Кызылординской области, возле города Аральск. Это Аральское море. Дорогие друзья, оно возрождается, все будет классно. Смотрите нас, с вами Казахквест! Архитектурный памятник в составе комплекса, сооруженного на месте захоронения Абая Кунанбаева и Шакарима Курдабердиева, находится в урочище Жидебай. Читайте Абай, потому что это очень хорошие стихи.